Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале «Про цветок». Многие наши зрители, подписчики, зная, что мы довольно много времени на канале уделяем различным микробиологическим исследованиям, интересуются у нас, так можно ли потреблять в пищу продукты, на которых появилась плесень. В интернете по этому поводу, в том числе в блогах на YouTube, имеется разная противоречивая иногда информация. Давайте разберемся. Когда мы варим варенье или закатываем огурцы, помидоры, какие-то делаем домашние заготовки, всегда очень обидно на поверхности при вскрытии банки отыскать какие-то признаки порчи, плесневения. И, конечно, возникает вопрос, что с этим сделать? Выкинуть, переварить или просто снять ложечкой эту плесень и употреблять это варенье или соленье в нормальном, ну, как обычно это делается. Ведь иногда и зачастую наличие вот этой плесени никак не сказывается на вкусовых качествах этой консервации. Прежде всего, надо сказать, что само по себе появление плесени на консервации указывает на нарушение технологии приготовления. Это либо не соблюдена температура закладки продукта в банку, то есть не были соблюдены условия стерильности, либо же не была соблюдена рецептура, например, сахара или соли, в зависимости от типа консервов, было заложено меньше, чем это предусмотрено рецептурой. Консервирующими свойствами обладает также уксус, который мы кладем в маринады для того, чтобы прекратить там рост как дрожжей, так и плесневых грибов, ну и, разумеется, различных бактерий. Кроме того, сильное плесневение наблюдается тогда, когда герметичность банки нарушена. Иногда консервы хранятся где-то там, заставилась, завалилась, не заметили слишком долго, крышка начинает терять герметичность, воздух проникает, а грибочки у нас в основном все являются дышащими. Ну, конечно, те же дрожжи могут жить и в анаэробной среде, тогда они выделяют спирт, тогда происходит превращение в вино наших компотов или вареньев, если сахара недостаточно было положено туда. Ну, а если говорить о плесенях, то они все растут в присутствии воздуха. Они могут начать развиваться на том воздухе, который оказался внутри под крышкой, и затем их развитие может приостановиться в том случае, если герметичность крышки не нарушена. Но какое-то количество воздуха же там все-таки остается. После вскрытия консервы или разгерметизации плесень может начинать нарастать очень-очень активно. И на телевидении, и в интернете можно найти информацию об опасности плесневых грибов для здоровья человека. И в основном эта информация действительно справедливая. Многие грибы, особенно из рода аспергиллов, они выделяют очень опасные микотоксины, но вообще все грибы в той или иной степени выделяют микотоксины. Просто есть более безопасные. Есть, так сказать, если в небольшом количестве потреблять, то не страшно. Ну, а есть такие, которые даже в небольших дозах могут вызывать отравление, вплоть и хроническое потребление этих микотоксинов может вызывать в том числе онкологические заболевания. Но эти проблемы микотоксинов в гораздо большей степени касаются зерна, отрубей, круп, вот таких вот субстратов. И, конечно же, орехов. Орехи, особенно арахис, как наиболее часто и много производимая продукция из этой категории, они очень часто могут содержать в себе микотоксины, поэтому проверка на безопасность пищи, на наличие там микотоксинов является очень-очень важным этапом оценки безопасности продуктов питания. Что же касается соленых консервов, то на соленых консервах опасные грибки появляются очень редко. Чаще всего на соленых консервах мы можем обнаружить грибы пеницилы. Вот здесь у меня на чашечке Петри имеется грибочек, который я снял. Он еще, так сказать, не особо спороносит, но вот он с огурцов, с огурчиков у меня был снят.
И вот такие вот грибочки, как пенициллы, тоже можно очень часто встретить, которые спороносят уже достаточно активно. Самые простые пенициллы вы можете обнаружить по белой плесени и белой плесени с налетом таким голубовато-сизым. Вот это и есть пеницилл. Его можно и на хлебе, и на сыре обнаружить, и так далее. Пенициллы на продуктах питания считаются одним из наименее опасных грибов. Поэтому вы можете просто удалить этот пенициллы, слить с поверхности небольшое количество варенья или ложечкой удалить, с компота, сока или с маринада и нормально, без опаски употреблять это самое варенье или эту любую консервацию. Но как там, есть и другие грибы, которые в достаточной степени безопасны. Некоторые из них могут окрашиваться в тон самого продукта, как, например, на смородиновом варенье. Но как все-таки принять решение, потреблять эти консервы в пищу или нет? Каким бы грибом не была поражена ваша консервация, но если поверхность разрастания гриба у вас занимает более четверти от поверхности, ну скажем так, если брать стандартное горлышко, если больше, чем площадь столовой ложки, вот если больше, чем площадь столовой ложки грибное зарастание у вас занимает, то от потребления такой консервации лучше отказаться, любой консервации. Второе. Если вы четко можете определить, что ваш гриб – это пенициллы, в этом случае снимайте его без опаски и потребляйте ваши консервы, при условии, что площадь его поверхности не больше 1/4 поверхности горлышка. Если же вы сомневаетесь, что это такое, особенно опасные на консервациях темно окрашенные грибы, особенно черные, потому что, скорее всего, что это будут те самые аспергиллы. Вот если гриб черный, темно окрашенный или серно-желтого цвета, или какого-то тем более розового цвета, еще каких-то оттенков, то в этом случае откажитесь от потребления этих консервов полностью. А также в случае, если площадь зарастания любым грибом у вас более чем 1/4 от поверхности горлышка. Несмотря на то, что многие плесневые грибы и безопасны, все-таки на глазок в домашних условиях определить, что это за гриб, аспергил это или пенициллы, или какой-то еще гриб, бывает достаточно сложно. Поэтому пенициллы, а также все плесени белого цвета убираем, оставляем в покое. Если же это что-то другое, не белое, а тем более темно окрашиваемое, убираем, удаляем эти консервы и не используем в пищу. Ну, просто другой раз надо быть при консервации более внимательным, соблюдать рецептуру, не допускать попадания воздуха внутрь, использовать чистые банки, ну и все те методы, которые необходимо применять при консервации для сохранения качества консервов. Что ж, пенициллы мы можем встретить в сырах частенько, где он заселяется специально туда, в соленый сыр, и вот эти виды пенициллы, которые выдерживают высокую соленость, высокую концентрацию осмотическое давление растворов, они даже считаются в какой-то степени и полезными, ну, по крайней мере, не вредными. Плесени, которые поселяются на поверхности сыров, в основном считаются невредными, и их можно даже срезать, например, с поверхности. Это ничего страшного. Белые налеты – это, как правило, налеты дрожжевых грибков, они в принципе не опасны для человека, который поселяются на соленых продуктах. Ну а что касается компотов, вареньев, соленьев, об этом мы с вами уже поговорили. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. Надеюсь, вы сохраните свое здоровье и не будете экономить на своем здоровье, если уж так получилось, что черные грибки или какие-то другие ярко окрашенные заселились на ваши компоты, варенье и соленье. На этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!